От кого, если честно. Сегодня годовщина нашей свадьбы, но мой муж никогда не делал такие подарки. Он всегда ходил после обеда и приносил сам букеты. Неужели он уже, как говорится, продвинулся вперед и знает, что нужно заказать по интернету цветы? А я как раз выходила на встречу с девочками. Мы сегодня решили искупаться. Он спит, а подарок такой с утра. Вот это да, начинается день. В принципе, очень много у меня работы, и по-скромному хотели сегодня отметить, но подарочек очень сюрпризный. С утра происходят какие-то чудеса. Только я хотела выйти из дома, и позвонили в дверь. Я открыла двери. Жду, жду. Потом смотрю, сосед пожилой вышел из лифта. Ну, подумала, наверное, по ошибке он нам позвонил. Так нет. Я вышла уже, и молодой парень передает мне цветы. И говорит, Светлана, та. Так вот, мои дорогие, в чем суть? Когда я опять вышла, лифт застрял на 10-м этаже. Кто-то в нем застрял. Вы видите, как все не случайно. Ведь я намеренно уже собиралась спуститься, и это меня спасло. Так что вот, верьте в чудеса. Самое главное, вставайте всегда на позитиве. И жизнь посмотрит на вас тоже позитивно. Сколько раз я вам говорила. Надеюсь, что я сейчас буду почаще снимать эти блоги. Немножко так по работе поработала, немножко хорошенько. И посвящу время вам, буду рассказывать, показывать Мерсин. И вообще, что сегодня произойдет, я даже не знаю. У нас было столько с мужем планов, но он сделал столько. У нас в последнее время очень много расходов и очень много целей. Я уже думаю, по-другому перехожу дорогу. Если честно, я даже не знаю, от кого это цветы. Потому что мой муж никогда не прибегал к услугам онлайн. А может быть, это от моих подписчиков, так интересно. Но я благодарна всем тем, кто когда-то проявлял ко мне внимание, одаривал меня подарками. Но я ни на кого не надеюсь. Надеюсь только на себя. А почему я должна на кого-то надеяться? Правильно? Кто чем не обязан? Поэтому будем ждать, когда мой Ашкин проснется. И он мне даст ответ на многие мои вопросы. А сейчас просто получила и наслаждаюсь жизнью. Иду я. Мои дорогие, иду. Сегодня у нас как-то мы никак после лета не можем встретиться. Девчонки разъехались, встретились. Тут они все в уборках, в своих делах, каких-то проблемах. И я, если честно, такая стала ленивая. Ну, нельзя так, я думаю, нельзя. Надо как-то себе ставить цели, вставать, ходить рано. Насколько я правильно говорю. Но как только открываю телефон, но с утра я не открываю телефон, я вас учила раньше, что нужно прежде всего выйти на балкон, поблагодарить мир, солнце, Бога за такое прекрасное утро, собраться с мыслями, задумать какие-то цели, провизуализировать их, окунуться, именно почувствовать на себе, и только тогда браться за телефон. И как только я тогда берусь за телефон, мухи кусают меня. Вот начинается работа жесткая. Новости, работа и все. И вот так я остаюсь дома в итоге. Какое замечательное сегодня море. Смотрите, какое чистенькое, прозрачненькое. И немножко прохладненькое, не такое, как летом. Ну, конечно, время же идет в середине октября. Много купающих тоже нету. Мы с подружкой встретились. Выпили кофеек, она зефирчиков привезла из России. Такой вкусненький зефирчик. Все, сейчас
еще кофеек попьем и пойдем дальше выяснять, кто же мне прислал цветы. Ах, балда я, Ивановна, друзья мои, надо было, оказывается, этот конвертик открыть. Внутри-то что написано? С любовью, твой любимый Эндерата. Мой любимый Эндерата. Теперь можно раскрывать их, мои цветочечки. Как я счастлива, так приятно. Мой муж развивается, и мне это очень приятно. Теперь сюрприз от меня его ждет. Друзья мои, у нас такие сегодня планы. Планы резко поменялись. Мы вообще по-другому, я ему предложила сделать. И тут его вдруг позвонил и все перепутал нам. Думали, мы идем на пляж, на набережную. Там хотели сесть, провести время. Но не получается, потом объясню все. Да. Даже больше. Хорошая музыка. Почти всю съели. Мы такие голодные с Ашкемом. Вот. У нас виски такие. Дьюти фри. Нам сделали сладкий стол, а мы говорим, мы жрать хотим. Thank you.
Какой красивый, вкусный стол. У меня гости. Друг, мужа, с женой. Будем пировать. Вот наша Кока-Кола. Вот такие вот у нас вкусняшки.